Здравствуйте. Перед вами Стрептокарпус роскошь метеорита, селекция Татьяны Вальковой. Это огромные цветы фуксиевого цвета с интенсивным желтым горлом, переходящим в нижние лепестки. Вот он настолько, да, что может и всегда держит свои лепестки вот открытыми. Вот это горлышко желтое. Вот три цветочка, и это вот такой вот букетик. Очень необычный цветок. Прелесть его в его огромности, волнистости. Вот он, открытый. Можно тоже посмотреть.